Лучшая доля не в том, чтобы воздерживаться от наслаждений, а в том, чтобы властвовать над ними, не подчиняясь им. Аристип Киренийский. Я сегодня эту машину видел здесь, она стояла, парни что-то ковыряли. Ты мне позвонил. Суть-то вообще в чем? Они сломались. Они сломались. Тросик лопнул, сцепление. Тебе позвонили. Сказали, сделаешь там? Нет. Или как? Ну как было, скажи. Как было-то? Мы, говорит, ее продаем. Ну. Вот так вот было. А ты помнишь, что это я искал? Да, я помню. Ты такой, о, дай-ка Мише позвоню, да? Да. За 10 тысяч вариант. Ну вот 12. Как сейчас, то есть просто на трассе забирай, только десятку отдай. Серьезно? Да. Ну давай, смотри, просто вот парни просто приготовились, вот приехали на Калине, просто приехали, подцепили так, наготове как бы, на Фоксе. Ее все равно отсюда вытаскивать, да? Давай просто покажем, что за машина. Ну, по ГОСТу, соответственно, тонировка в круг. Вот. Отсутствие магнитола, колонки. Слышь, я так понял, что в этих машинах самое дорогое – это колонки и магнитола. Да, уже. Во всех снимают. ТАП уже вытащили. Да, во всех снимают. Говорит, там аудиоподготовка есть. Говорит, провода протянули, говорит, хорошие, а это, говорит, вытащили. Ну ладно. Слушай, а капот-то дернем, да, потом, Лех? Багажник? Да. Давай. Ну, багажник и капот. Что там вообще у вас? Что там? Смотри, мотоцикл забирать мимо едет. Не он. Ну да, вон провода торчат, как обычно. Так они сняли САП. Они САП все прям здесь? Сняли. Да. Прям здесь снимали? Ну да, это самое дорогое реально. Ты вот туда заглядывали, что вообще? Да, там запаска. Крутой диск. 13. Ничего себе. Ну, не гнилая хоть. Особо так-то. Ну, в этих местах, по крайней мере. Но пороги, конечно, ты видел, да? Блядь, на трассе опасно, тут мотоциклисты гоняют. Леха, а камера не ловит, да? Слышь, я что-то ищу, тут нечего искать даже. Шестнарь, кстати, сразу тебе говорю. Лютый шестнарь на инжекторе. Гремчик вот тут. Абсорбер, все дела, как обычно. На какой год? Первый, 2003. 2012 модель, стаканы. Угу. Ничего себе. А что не работает, что не крутится? Бендикс, думаешь, да? Это крутится? Да, вращается все. Ну, мы с Колей пробовали, взяты включали назад. Все крутится, а на старте. Парни просто сами телевизор не парились. От другой машины просто варили и все. А так как сейчас состояние? Как ты сам думаешь, Лех? Лобовое-то целое. Лобовое целое. Наверное, когда ты тонировку клеили, слышь, им сказали, говорит, пока, говорит, это, не поменяешь лобовуху, тонировку, говорит, на лобовуху не наклеим. Мы опять мотоциклист едет. Сейчас, да, я отойду сейчас. Сейчас. 201. Слушай, а на тазах вообще как думаешь, мотают, не? Тут компьютер есть. Да ты че? Ну это супер, 1500 стоит. Печка-то хоть работает, включите нахуй. Да, дует? Да. Джаз дует, его написано, значит дует. Да. А бардачки что лежит? Сейчас посмотри, что там бардачки. 6 ступочки, все дела. Ох, блядь. Ёпчись, блядь. Колонка. Да. Музыка-то есть. Колонки там, ой, эти как колодки, да, какие-то. Что-то. Шаровая опора. Шаровая подзамена, пацаны, сразу говорю. Когда такие знак, когда ты увидел шаровую новую машину, иначе надо срочно менять. Так, может, там уже пушная лежит. Это знакомый твой, Лёх? А? Знакомый или что? Не, запечатано он. А это, кстати, новые шаровые, они хотели менять их. Я говорю, у вас там, говорю, шаровые целые. Так а что, они накатались или что? Да? Короче, я видел объявление, Лёх. Эта машина, она продавалась, тоже там какая-то сумма такая смешная стояла. И там в описании было написано, говорит, на ходу, там есть котки, как обычно, там, ну, машина не новая. И самое главное, на холостых выше 3 не поднимает. Слушай, ну вот мы в гараже заводил я ее нормально. Да? Понятно, можно было не проверять даже. Ну что, пробуем заводить, что это? Сейчас. Вся эта фигня, выключи зажигание.
Ты что, можешь там прокрутить-то? Ничего там нет. Нет, там я, кстати, а? Не крутится. Вообще? Нет. Ну попробуй. Ну такая хуйня. А, что-то где-то зацеп входит, но не доходит. Да. Давай с толкача. Да? Давай. Давай мы с Колей сядем здесь, а ты нас дернешь. Да тормоза, подожди, есть ли? Как думаешь-то? Давай сейчас, давай эту рога взымается. Нормально. Давай эту рога закрою еще, подожди. Так. Сцепление. Нейтралка. Да, да. Зажигание включаем. Слышишь? По-моему. Так что, дернется, я там на скорости включу. Включаешь передачу, вторую, на сцеплении появляется звук. Такое ощущение, что сцепление не выжимается. Выжимается? Да, то есть такое ощущение, что у меня уже сразу включается. Но я сцепление отпускаю и еще сильнее начинаю. То есть, видимо, какая-то пробуксовка идет. Она не хочет вообще. Сцепление пизда, воняет сцепление. Да? Буксует? Будешь, что это такое ощущение? Да, чувствуешь? Воняет сцепление. И ты чувствуешь, да, такое ощущение, что что-то это... И у меня такое же ощущение. Да, вот кто-то неправильно поставил его. Надо его, подожди. А сейчас педалька у нас где получается? В середине с тормозом, да, стоит? Да. Повыше поднять ее. Повыше поднимем. А? Смотри, куда педалька? Не, она нажимается. Куда? Наверх? Она выжимается, вниз уходит. Вниз, а, ты знаешь, все, сцепление нахуй нет. Она получается все. Сразу сейчас, пока она стоит. Выключено. Сразу третью врубать и на третьей передаче пробуй заводить. Столько ща. Без выжима. Да. Да. Слушай, а как? Как? А. Включи тогда пятую сразу и поедем на пятой передаче. Она заведется? Ну, тоже что-то, мне кажется, слишком маленький оборот будет. Ну, давай, пускай будет. А как они сюда приехали, если у них и сцепления нету, у них и бендикс сломан, то есть нет зацепа, блядь. Как они вообще сюда заехали? Ну, я не знаю, сейчас скажу. Ну, смотри, вот как на ГАМАЗе. Ноль эмоций вообще. О. Так-то подрулил, конечно, но... Ну, оборота вообще нет. Может, я бы тебя не воткнул. Ну вот, смотри, выжимаю сцепление, смотри. Оп. Да нет, пятый это вообще. Вон, четвертый получается. Да. Скорость растет. Да, он такой же растет. Слышь, мы заодно подвеску чувствуешь, проверили вот эти. Угу. Не выжимает она. Ну, короче, на пятый поехал, такое ощущение, что... Ну, такое ощущение, что компрессии вообще нету. Ну нет вообще, ну, этого сопротивления. Четвертую втыкаешь, вроде как бы есть зацеп такой, но не заводится. Спидометр работает, тахометр нет. Катаешься на машине, и пока вот просто, а то она на трассе не станет, да? Где ты сам уже не можешь делать. То есть... Ну вот видишь, что даже до элементарного, что даже вот телевизор там прикрутить было бы, да, он реально на двигатель упал вон. Ну, этот радиатор. Да не, не мучай, не будет, он не сгадит там. Не может, до этого там крутила. Она... Сразбург 4? Коля тоже сказал сразу. Серьезно? На тазах так пишет цену сразу, да? То есть номер там не обязательно, да? Марка машины. Сразу цену. Может, слышишь, это шкив провернуть, там... Сейчас я пятую включу. А хотя мы только что таскали ее, что проворачивать, да? Ну, давайте вперед ее толкнем. Зацеп есть, Лех, небольшой. Но, видимо, это. Да, не, нету. Сцепление буксует. Ага, да, не проворачивает. Даже, ну вот, так надо было изначально сделать. И, слушай, это что, на тазах такие щупы, что ли? У меня не такой. Это первый раз такой вижу. Цикун, ты. Это. Да? Сам сделал. Да, от турбоверсии. Ничего себе. Да, тачка мертвая, конечно. Ладно, давай, погнали, берем. Так, все,
Я думаю, она получше, чем девятка, которую мы рассказывали. Я тебе звоню. Получше та, чем та девятка, и получше, чем те машины, которые в Анчегорске, да, вообще, которые я смотрел за эти деньги. Она реально лучше. По-моему, полосочка не по ГОСТу. По крайней мере, она, то, что она уже 16-клапанная, то, что это двенашка, а не восьмерка. Это уже лучше. Блять, вообще не закрыли. А, вот почему вы весь помяли, слышишь, тут, походу, я в ногу закрывали его. Какое это, битое было, просто молотком громко. Номерочек блатной. А какой на Мерсе был? 198? 198, да. Почти. Не быстро ехали-то? Ну, 60 ехали. Нормально же? По правилам? Да. А ты по правилам ехал? Да. Без палева можно. Соседи сейчас будут негодовать, я чувствую. Сначала унюхал, потом вот это. Все тазы не соберут, что ли? Жопу я хочу сделать. Мика, что ты? Ну, уже поровнее поставишь, если не совсем уже. Слышь, вы быстро крутили. Рули сейчас. Стопэ. Крути. Давай. Дай документы себе. Ключи надо закрыть еще как-то. Ключи. Это да, типа антибликовое зеркало? Да, ты не знаешь, что? Это тюнинг ивановский. Ну да, я видел. Так он не работает. А с той стороны закрывать?